В Ленске в торжественной обстановке 12 молодых семей получили сертификаты участников программы «Молодая семья». В Ленском районе программа действует уже 10 лет. Ежегодно семьи получают долгожданные социальные выплаты. Это программа, по которой вы получили сертификат, скажем, гордость нашего Ленского района, потому что мы являемся лидерами в республике по суммам и количеству сертификатов, которые выделяем ежегодно. В этом году, к сожалению, чуть меньше мы выдали, планировали порядка 22-23, но из-за отсутствия финансирования с федерального бюджета у нас количество уменьшилось до 12, к сожалению. Но вы счастливчики, я вас поздравляю, в это число вошли. Как Василий Иванович сказал, в первую очередь, чтобы в этих новых квартирах, которые вы приобретете, всегда царил мир, уют и согласие.